Фестиваль «Волна здоровья» начнется 2 сентября. Здесь, на набережной Волги, около бассейна ЦСКА ВВС. Программа насыщенная. Мастер-классы, квест, флешмоб, пешеходные прогулки и футбольный матч. А вечером от причала отойдет теплоход, на борту которого будут находиться ведущие российские врачи и современное медицинское оборудование. «Волна здоровья» пойдет по Волге в Балаково, Саратов, Волгоград и Астрахань. Фестиваль «Волна здоровья» начинался в Самаре с небольшой антинаркотической акции. А потом подключилась общественная организация «Лига здоровья нации». Расширились границы фестиваля, повысилось его значение. На связи с городами-участниками Москва, министр здравоохранения Вероника Скворцова и президент Лиги здоровья нации, известный кардиохирург, академик Российской академии наук Лео Бакерия. Именно благодаря ему сотни детей в поволжских городах каждый год могут получить адресную медицинскую помощь от ведущих российских специалистов. Особое внимание маленьким пациентам с врожденными пороками сердца, а также нарушениями слуха и зрения. Если мы в прошлом году у нас осмотрели наиболее сложных детей 355, я думаю, то есть не меньше, а то и больше, опять осмотрят специалисты, у них есть переносное современное оборудование, это для того, чтобы можно было в дальнейшем и направить в федеральные центры. Кроме медицинской помощи детям, «Волна здоровья» призывает людей к здоровому образу жизни. Человек часто сам мешает себе быть здоровым, говорит министр здравоохранения. В обществе сложилась потребительская психология, когда люди ведут неправильный образ жизни, а потом требуют у врачей совершить чудо и вернуть здоровье. Акция «Волна здоровья» как раз и должна показать, что здоровый образ жизни – это реально и не скучно. Участвовать может любой, нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции. В Самаре заявки уже подали больше 3000 человек. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, «События».